федеральный центр выделит Карелии почти 120 миллионов рублей на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. Деньги пойдут на строительство и обновление домов культуры, объектов ЖКХ, детских садов, школ и спортивных учреждений. В Карелии создадут центр по производству беспилотников и обучению робототехники. Наши летающие аппараты будут оснащены системой точной посадки и смогут приземляться в заданную локацию с точностью до 30 сантиметров. Производство планируют запустить в июле этого года. Житель Карелии Олег Росляков стал победителем 20-го всероссийского конкурса «Лучший донор России» среди 200 человек со всей страны. Он выиграл в номинации «Максимальное количество донаций», сдав кровь 120 раз. Карельских учителей поощрят премиями за достижения в педагогической деятельности. Награды в 200 и 100 тысяч рублей получат 10 учителей из Петрозаводска и других районов республики. В Петрозаводске появится динопарк. К весне следующего года на Древлянке представители бизнеса планируют вписать в существующий ландшафт тропинки, на которых разместят реалистичные фигуры динозавров высотой до 9 метров.